Come on, boys, come on, girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow, today. Wake up, slow down, do nothing right now. Breathe in, breathe out, did we forget how to live, to dream? And what it all means, it's like we don't care. İnşallah bundan da yaxşı oyunlar görəcəyik, bundan da yaxşı qələbələr görəcəyik. Rəqibçi bugünkü gündə çətindir vəziyyətimiz. İnşallah Neftin olaraq gələcəkdə yəni ki bir addım atmaq lazımdır, bir dənə bir güclü zərbə vurmaq lazımdır ki rəqibə. Ondan sonra yəni ki, hər şey yəqin ki qələbələrin dalı gələcək. Və bir də deməyə də istəyirəm ki, həmişə oyunları bir komanda həmişə dəstəkləyirik və oyun qutarandan sonra komanda otdu da ucuzda biz həmişə komanda çağırırıq, çünki biz həmişə 90 dəqiqə dəstək olduğumuz kimi axıra qədər dəstək olmaq istəyirik. Biz komanda çağırırıq, komanda uçsa da ucuzsa da gəlsin, biz heç olmasa oyun qutarandan sonra alışlasın, heç olmasa bir çağırmaq. Sözüm burada xoş gəlmişsiniz, bir daha inşallah yaxşı olur. Bizə çağırdı gələn oyunlardan yaxşı çıxış edəcəksiniz, yəni yaxşı eləməyə. Yəni qələbələr, qələbə qazanaq. Bir qələbə yox, qələbələrin ardı gəlir inşallah. Yəni biz yəni bunu istəyirik, hələ ki nəsə alınmır. Ona yəni bizim istəyəmiz olduğu üçün qələbə qazanır. Çünki Inter məndə hələ ki özünə bənzəyir. Həmən ki Inter qaytarmasın gələcək özünə. Neftçi ilə oyunda həmin sizin də dəstəyiniz bizə lazım olacaq həmin oyunda. İnşallah həmin oyuna çox yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Həm biz, həm də siz. Çünki oyunu ancaq 3-6 çıxmaları lazım ki, bizim komandacılar çox var. İnanıram ki, bir yerə burada birlikdə bu çətin vəziyyətindən çıxacaqlar. Slavko, что можете сказать о нашем? Большое спасибо, что наши болельщики согласны с нами. Очень жалко, что эти игры проиграли. Надеемся в будущее, что вместе все будем играть остальные игры и все будет нормально, как всегда. Спасибо еще раз. Положение, я надеюсь, что я так и уверен, что, что мы выйдем из этого ситуации, да, конечно, кризиса будет все хорошо. Георгий, ну кто любимчик болельщиков? Что можешь сказать? Уже сам, у меня одна семья и болельщики в ней. И они хочется все взять вместе здесь. И на заранее кто-то не поиграет, все одинаково переживаем. Одна команда, одна семья. Мы тоже, конечно, не надеемся, а должны уже начинать переигрывать. И обязаны болельщикам и всем. Надо, надо. И спасибо им. Thank you for everything. We know that we don't have good reason to stay here. We can't be back. We can't be back.
команды, механизм какой-то, вот механизм. Ведем в игре, вот какой-то, что-то не хватает, видно, чтобы до конца сразиться. Чтобы вы знали, да, что мы всегда вместе с вами, мы всегда за вами. Мы верим, что мы из этой трудной ситуации выйдем. Выйдем с помощью нас, с помощью вас. У нас хороший главный тренер, умный, хороший, молодой, энергичный. Мы видим, когда играет, вот он кричит, подсказывает, помогает. И мы верим вам, верим, что мы из этой ситуации выйдем. Мы недостойны того, что сейчас, на каком месте, мы недостойны этого. И вы знаете, что мы всегда вместе с вами. Что бы ни было, хороший болельщик – это тот, который плохую минуту поддерживает команду. Хорошую минуту всегда есть болельщик. Весь стадион приходит. Хороший болельщик – тот, который плохую минуту, трудную минуту поддерживает команду. И мы верим вам, что мы выйдем из этого кризиса. Я тоже один из первых людей, которые сначала основали игры на выходе. Последние 4 игры, которые мы проиграли, по игре мы были не хуже. В Карабах, там в Габеле, по игре мы были не хуже. То есть тут поголовья вообще не было. То есть тут надо искать причину, не в том, что мы их слабее, нет, мы их сильнее. Это не бывает, да, но я думаю, это после Левчи, да, это и после Левчи, наверное, аминь, да, вот. То есть мы сильнее и по игре, и по составу, и по тренерству. У нас все готово. Просто после Левчи, иншаллах, вперед. Это все, когда я говорю, что интер фан-клубом рэпленна, Буламон президентна, Сламбрадо. Hocam teşekkür ederim sizin geldiğinize göre. Biz de inanırız ki Neftçi ile oyun dönüş noktası olacak. Allah'ın kömekliğiyle inden bile yani Neftçi ile oyundan sonra gelebilen arzu gelecek. Ve biz Azerbaycan'da da sevineceğiz. Ve yine de onu bilmeyiz isteriz ki her yerden de biz Azerbaycan'da yani Inter fan grubu olarak komanda uzmanından veya uzman aslı olmayarak biz her zaman komandamızı destekleyeceğiz ve yanıyoruz. Çok sağ olun.